Это новые мужские товары, про которые я вам сейчас расскажу. Всем привет! Это новая свежая подборка с полезными и очень интересными товарами специально для мужчин. Уверен, вы оцените. А также оцените конкурс, который будет в конце ролика. Приятного просмотра! Палатка для кемпинга в авто. Имеет разумный ценник и небольшие габариты. По факту это козырек с навесом, который поможет преобразить ваше авто в палатку, так как закроет и защитит проем от пятой двери навесом. Подойдет только для универсалов и внедорожников с паркетниками, у которых дверка открывается вверх. Для небольшого отдыха на природе, не покидая авто, самое то. Барный дозатор для шотов. Классная штука для компании. Аппарат осуществляет разлив напитков. Количество жидкости, которое наполнит емкость, регулируется наливающим. В комплекте есть 6 рюмочек, так что ни про что не нужно беспокоиться. Хотя нет, нужно. О напитках, которые будете пить, их докупите уже отдельно. Тот самый металлический конструктор с детства. В процессе работы с конструктором ребенок учится правильно называть и определять детали, пользоваться гаечным ключом и отверткой. Эти навыки обязательно пригодятся ему в жизни, так как мы постоянно сталкиваемся с необходимостью что-то починить, закрепить или открутить. На упаковке набора маленький инженер найдет изображение каждой модели и перечень необходимых для ее сборки элементов. Фантазия ребенка ничем не ограничена. Он самостоятельно видоизменяет и совершенствует предложенные варианты или придумывает собственные модели. Хотя, что я вам рассказываю, вы и сами прекрасно знаете все про этот конструктор. Смарт-браслет с изогнутым экраном. Здесь установлен довольно крупный, гибкий, 4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 960 на 192 пикселя, который охватывает половину запястья. В конструкции используется легкий алюминиевый сплав и нержавеющая сталь, ремешок силиконовый. Кроме того, часы получили чип Snapdragon Wear 2100. NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и поддержку eSIM, то есть они могут работать независимо от смартфона. Аккумулятор емкостью 420 мАч, обеспечивает около 36 часов автономной работы. Гаджет стильный и необычный и будет притягивать взгляды толп людей так точно. Замок со встроенным туда отпечатком пальца. Довольно интересная вещь, позволит открывать двери или ящик стола с помощью отпечатка пальца. Замок позволит защитить ваше личное имущество от воров, а благодаря встроенному сканеру отпечатка пальца вам не нужно беспокоиться о потере ключа. Замок выполняет одну простую функцию – открывает или закрывает что-либо, в зависимости от текущего состояния. Особенностью модели можно назвать высокое качество изготовления и датчик отпечатка высокого качества. Очень необычные маски. Если бы я увидел вечером кого-то в подобной маске, то точно напугался в общем. У продавца хороший выбор масок для мужчин. Для пошутить над кем-либо или напугать – самое то. По улице не знаю, ходил бы я в таких, но в компанию друзей точно пришел бы похвастаться. Кстати, ни у кого пока такой в городе не видел, а вы у себя? Инфракрасный теплый пол из Южной Кореи. Инфракрасные теплые полы не подходят для подогрева пола промышленных объектов, но отлично справляются с нагревом пола любого жилого помещения. Если целью, по которой хозяин дома или квартиры решил купить инфракрасные теплые полы, является просто комфорт. Они за счет своей компактности подойдут для помещений, где нет возможности по разным причинам поднимать высоту пола, типа низких потолков, мебели, уже встроенной в ниши, порогов пола определенной высоты и прочее. Для инфракрасного пола не требуется пескобетонная стяжка. Он может быть размещен непосредственно под любое напольное покрытие, в том числе и ковер. Любая система, имеющая инфракрасное излучение, оказывает положительное влияние на организм и здоровье человека. Простота установки экономит вам средства на ремонт и дает возможность провести все работы своими руками, не обращаясь к профессионалам. Такой пол продолжит работать при механическом повреждении поверхности пленки. Функцию нагрева потеряет лишь поврежденный участок. Нагревательный элемент зоны дворников и не только, позволяет быстро отогревать дворники, которые примерзли к лобовому стеклу. Подогрев дворников представляет собой узкую ленту с токопроводящими нитями, которая крепится со стороны салона внизу лобового стекла. В зависимости от длины ленты, подогрев дворников потребляет от 15 Вт до 35 или 40 Вт электроэнергии. Немногим более привычного подогрева зеркал. Вещь уже не по сезону, но может кому-то пригодиться.
А эта вещь уже как раз по сезону. Пенообразователь – насадка для моек высокого давления, применяется для создания качественной, активной, густой пены, которая легко и равномерно наносится на обрабатываемую поверхность. Это существенно ускоряет процесс и повышает качество удаления загрязнений. Конструкция насадки предусматривает быстросъемные соединения, а также регулировку подачи пены. К мойкам Körcher и Dnipro M подходит, насчет других фирм не скажу, но думаю тоже подойдет. Насадка для продольного распила древесины. Это мобильная пилорама, устанавливается на шину бензопилы и позволяет расслаивать бревна на доски или брус. Идеально подходит для изготовления слэбов. Мобильная пилорама или каретка для бензопилы подойдет каждому, у кого есть бензиновая или электрическая пила, и всем, кто сталкивается с необходимостью быстро изготовить доску или брус в полевых условиях. За счет легкого веса и быстрого монтажа мобильную пилораму для бензопилы можно взять с собой в лес и делать заготовки на месте, не разводя мусор на своем участке. Гусеничный модуль для мотоблока предназначен для перемещения грузов и людей при помощи прицепного оборудования по снежному покрову или твердому грунту. Применяется насадка к мотоблоку на двух гусеницах и к мотоблокам серийного производства АК, Нева, Каскад, Луч, Целина и других. Модуль очень полезный для определенных людей, можно и в деревне много чего полезного сделать, да и просто покататься, повеселиться можно. Штука, кстати, по моему мнению, может заменить мотособаку, как считаете? Штаны-костюмы для веселья. Отлично подойдут как на детскую вечеринку, так и на взрослую. Костюм идеально подойдет для веселья, и независимо от того, на улице вы или в компании дома. Он удобно надевается и подходит для парней ростом от 1,60 м до 1,90 м. Костюм фиксируется на талии регулируемым поясом. Одноразовые палочки с йодом. Можно возразить, что зачем нам палочки с йодом, у нас этих палочек и йода хоть бутылками покупай. Это так, но по закону подлости, чего-то одного в нужный момент, как всегда, нет под рукой. А тут купили один такой набор и кинули себе в бардачок, например. Потом в нужный момент открыли и пользуйтесь. И йод не разольете, и палочки не погубите. Педаль для включения-выключения инструмента. Очень полезная вещь, сам такой пользуюсь на отрезном станке. Он позволяет оператору работать в безопасных условиях, оставляя ему свободные руки для выполнения других действий. Открытое исполнение обеспечивает немедленный доступ к выключателю. В закрытом исполнении крышка обеспечивает защиту от случайного приведения выключателя в действие. Педаль можно сделать и самому, из педали швейной машинки, но поверьте мне на слово, дешевле будет ее купить. Популярная хендфри гарнитура. Очень удобная вещь, когда вам кто-то звонит, а руки заняты. В ней есть поддержка новейшей версии Bluetooth 4.1, поддержка улучшенной четкости голоса посредством широкополосной аудиоподдержки, работа до 6 часов в режиме разговора, 8 дней в режиме ожидания, а длительность зарядки всего 2 часа. Диапазон действия 10 метров. Ультралегкий и удобный дизайн. Гарнитуру легко подключать, отвечать на звонки и прослушивать музыку или что-то другое. Штука классная и полезная, многим пригодится. Универсальные светодиодные бегущие полосы белого цвета с бегущим желтым поворотом и встроенным контроллером. Светодиодная лента в термоусадочном плоском кожухе на двухстороннем скотче. Устанавливается как наружу, так и внутрь фары. Снаружи обычно клеят на фару в зазор между капотом или бампером. При подключении ДХО постоянно горит равномерным белым цветом, а при включении поворотника происходит переключение на бегущий желтый. При отключении поворота снова включается белый цвет ДХО. Хотя у продавца там есть несколько цветов, переходите, смотрите. Как по мне, круто смотрится, хочу на свою джету 81 года поставить. Как думаете, круто будет или колхоз? Бритвенный станок с вибрацией, оснащен 5 лезвиями с уменьшающим трение покрытием для бритья, которые вы едва почувствуете. Бритвенный станок на батарейке создает успокаивающую микропульсацию, которая уменьшает трение и позволяет бритве еще лучше скользить по коже. Технология Flow Sensing позволяет быстро и эффективно промыть лезвие от забившейся щетины. В головке применены L-образные лезвия с аморфным алмазным покрытием, повышающим износостойкость. Бритвенный станок используют для питания батарейки типа 3А. Сверхнизкое энергопотребление не требует частой замены батареек.
А вот и конкурс. Перед конкурсом расскажу вам вот про что. У меня есть второй канал с разными самоделками, и я уже сделал и показал станок для резки металла, сверлильный станок, барбекюшницу и многое другое. Ссылки на канал в описании, переходите и смотрите. И я буду рад и признателен дельным советам. А конкурс простой. Приз 300 рублей на вебмане, либо на телефон. Условия простые, это поставить лайк, написать любой адекватный комментарий, например, где вы отдыхали этими выходными, и нажать на колокольчик и отметить все. И это все. Как только наберется 600 лайков, я сразу же разыграю приз. Спасибо, что смотрите. Переходите на второй канал, там полезные и веселые ролики. Пока-пока.